подготовившие победительницу в программе мастеров спорта. На третьем месте Анна Васяткина. Второе место у Дарьи Горбачевой. И победительницей стала Юлия Захарова. Гимнастки награждаются кубками, медалями и памятными призами.
Володя, выступавшая по второму взрослому разряду. Среди гимнасток, выступавших по программе первого взрослого разряда. На втором месте команда города Ярославля. И победительницей стала команда Центра художественной гимнастики «Жемчужина». Команды награждаются кубками, дипломами и памятными призами. Гимнастки награждаются кубками и памятными призами. Быстрова, Маргарита Гончарова и Дарья Гончарова.